Здорово, мужики. У нас вон, как обычно, ничего не меняется. И туман херачит на все 300%. Я со склада везу запчасти. Попросил сосед доставить их к старому маяку. А он как раз находится, будь неладен, этот старый мост и эта переправа на том берегу реки. Машина у меня сегодня очередной наш старенький Франкенштейн. Так, давайте, наверное, полный привод, понижайка. Ну и вся тяжелая амуниция вместе с заблокированным дифом. Ходовая от 131 машины, как и кабина. Рама 130-го. Подвеску он доработали, сделали повыше. Козлит, правда, как не в себе. Ну и Петрович поставил дополнительное газовое оборудование. Аккуратненько по бревнам. Зато точно где-нибудь посреди дороги я не встану. Так, давайте, наверное, с понижаечки буду уходить. Сами помните, течение у нас здесь опасное. И если что, надо будет газ в пол. Здесь главное, чтобы не снесло. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот сейчас жалость так, что аж мурашки по спине побежали. Ох, аж ладони вспотели. Говорю же, зараза, козлит, как не в себя. Мы на этой переправе обычно так все размоем, раскатаем, а когда дождь, еле выбираемся. Не снесло бы. Идти колотить. Так, стоп-машина. Осторожно. Вы же уже прекрасно знаете эту дорогу. Впереди еще одна переправа. А вот на той я тоже что-то как-то нервничаю. Подвеска хоть повыше. Да что-то вот не уверен я, что и шноркели хватит. И выберусь я по всем булыжникам. Подстраховался. Ждет меня коллега прямо перед переправой. Машинка-то у него знатная, если что, подсобит. Могу и заглохнуть. И топить его начнет очень быстро. Главное, чтоб не снесло. Там-то уйду, наверное, точно по окна. На этом этапе мне главное добраться до нашей ближайшей базы. Соседа-то подождать надо будет, пока он доедет. В город поехал. И моя задача как раз добраться сперва до пункта назначения, промежуточной точки. Да что ты будешь делать, а? Сейчас еще диагоналочку словим, наверное, да? Словили малость. Ну давай, старичок, давай, знаешь, что тяжело. Ну кто еще, как не мы? Нам главное второй брод преодолеть. Там, считай, доехали. Давай,
давай в раскачечку. Раз, раз. Закапываемся. Как же тебя изгибает. Забыл совсем. Спасибо огромное всем тем, кто в комментариях-то поддерживает. Вот прям благодарствую от чистого сердца. Вижу, что некоторым из вас нравятся мои похождения, приключения. Здесь уже чуток осталось. Вон и наша техничка сейчас покажется. Тот точно здесь проедет. А вот я пока не уверен. Ну что, дружа, подсобишь, если чего? Каждый раз мурашки от этой переправы. Ну что, братцы, давайте малым ходом. Если не закопаюсь в самом начале, надеюсь, что шнуркеля хватит, должны и проскочить. Аккуратно, осторожно. Давай, зелок, давай, давай, давай. Давай, родненький, давай. Здесь вот более-менее без камней должно быть. Вылезти бы еще только. Эх, давай с этими-то покрышками. Давай, давай, родимый. Ух, еще разочек, давай. Гитара семиструнная. Лыжники, собака, будь неладны. Не закапываться. Давай, зелок, давай. Выбрали же почти. Нам бы с этого ила вылезти. Камни, собака. Ух, хорошо мы засели. Ну давай, зелок, давай. Зацепиться, собака. Ну давай, последняя попытка. Что-то я чихаю, по-моему. Топляк, что ли? Да, 4 литра. Переключим. Ну давай, давай, понемножечку. Закопался, походу. Сейчас как раз поедет. У него вон украза-то дури хоть отбавляй. И шноркель, сами видите, какой. Только главное, чтобы тоже сам выбрался. Камней там много, а я единственный нормальный выезд занял. Вот он пошел. Сами видели. Хорош. Там вроде бы между елью и березой проехать можно будет.
вперед и цепляй меня потихонечку. А то еще немного, и мне кажется, его отсюда уже и не вытащить будет. Не торопись. Я тоже готов. Не перевернуться бы. Там булыжник такой под колесами. Аккуратненько. Малым ходом. Отлично. Во-во-во, вот сюда. Вот. Полный привод, див. И нормальные колеса. Спасибо тебе, дружок. В очередной раз выручаешь. Меня причитается, если чего. Давай, старичок, заводись. Мы с тобой уже на финишной прямой. Говорил же, что по окнам идем. Сейчас вон до базы-то доеду. Да пойду портки сушить. Да какой там портки? Целиком сохнуть надо. Вот и очередное приключение. Не до конца пока, но почти закончилось на этом этапе. Все, мужики, спасибо, что досмотрели. На связи.